Журналисты сообщили трагическую новость: не стало Марии Кинчевой-Панфиловой. Женщина была дочерью супруги артиста от первого брака. Она скончалась в возрасте 36 лет. По словам родных, Мария умерла в результате внезапной остановки сердца. Трагедия стала настоящим потрясением для близких. Женщину отпевали в московском храме трех святителей на Кулешках. У нее остался 12-летний сын Лука. Напомним, что Мария – дочь жены лидера группы «Алиса» от первого брака. Кинчев воспитал пачерицу как родную и официально удочерил. Женщина вела непубличный образ жизни. Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа, в последнее время занималась продюсированием съемок. У Константина Кинчева также есть старший сын Евгений от союза с Анной Голубевой. Вторая супруга подарила ему дочь Веру, которая стала известной актрисой. Младшую наследницу музыканта можно увидеть в таких картинах, как «Елки 1914», «Метод», «Гуляй, Вася» и других.